Идет непрерывная артподготовка. Скоро позиции боевиков будут взяты сирийско-арабской народной армией. Перед УМП. Салам алейкум. Салам. Салам. دخلت شي بكمات لجوا Непостижимые реалии Сирии, Алеппо. Рейсовый автобус продолжает движение, хотя в 500 метрах отсюда, в селе Мухаян-Хандарат, идет бой. Работает артиллерия, применяется стрелковое вооружение. Up there.
17.23 отставить, 15.23 взяли медресе, школу. До этого, после работы артиллерии, у боевиков сдетонировали баллоны, начиненные селитрой. Поднялся желтый дым. В первых рубежах по освобождению поселка Мухаян-Хандарат выступили бойцы Леваль-Кудус. Они фактически решили исход боя сегодняшнего. Половину поселка к 15 часам была уже очищена от террористов. 17 часов 6 минут мы выдвигаемся в сам поселок Мухаян-Хандарат. Постараемся снять там ситуацию изнутри. Мы двигаемся по той дороге мимо поселка Хелям. Непосредственно передовая. Вот там враги. Ведется интенсивный огонь. Да, вы здесь будете отдыхать. Да, я сам бойцы Леваль-Кудус закрепились на достигнутых рубежах. Требуется пополнение боезапаса. Дальнейшее освобождение района Мухаян-Хандарат от террористов продолжится завтра в светлое время суток.
Да.